Ну что ж, дистрибьютор Технологика. Врываемся и смотрим на новый бренд UNK Sound и вообще на композицию с профессиональной акустикой. Дмитрий Львович, здравствуйте, мы уже с вами знакомы. Здравствуйте, всегда рад вас видеть. Ну, у нас в гостях. Вы, как всегда, удивляете. То у вас самый лучший CD-проигрыватель в мире, теперь у вас одна из самых крутых акустических систем для домашнего кинотеатра. И, наверное, не только для домашнего. Можно какой-нибудь маленький промышленный такой кинотеатрик на ней собрать, да? Почему нет? На самом деле, да, компания UNK Sound своими корнями уходит в профессиональный звук, поэтому тут из существующей продукции можно создать и домашний кинотеатр, и маленький, и большой, и полупрофессиональный кинотеатр для большого количества гостей, да. Вы же эксклюзивный представитель, правильно? Компания Технологика является эксклюзивным представителем около 14 брендов. Серьезно, в текущий момент в нашем портфеле. К нам обращаются, да, розничные магазины, такие как вы, а к вам обращаются конечные покупатели, которые могут приобрести через вас весь ассортимент из нашего портфеля брендов. Как вам вообще удалось заполучить столь серьезный бренд? Потому что до этого же никто в России не представлял его. Ну, вы задаете очень хитрый вопрос. Ну, хотя бы какой-нибудь секрет. Небольшая коммерческая тайна. Раскройте. Ну, ладно, эксклюзив. Я вам раскрою небольшой эксклюзив. Давайте. Легче всего взять серьезный бренд, когда они понимают, что имеют дело с профессионалами. Согласен. То есть, когда обращаешься к людям на том языке, на котором они сами говорят, всегда легче с ними установить отношения и понять, что мы делаем одно дело и что им будет не стыдно за то, что их бренд в России, например, представляет компания Технологика. Вот это один из нескольких коммерческих секретов, которые мы вам, так и быть, открыли. Ну, спасибо большое, потому что действительно сейчас, особенно в последнее время, топовые бренды уходят, а вы, наоборот, привлекаете топ-бренд. Это классно, это дорогого стоит. Да, мы стараемся. Надеемся, что вы вот вначале высоко оценили, что у нас очень хороший звук. Я сразу заметил. Высочайшая похвала. Мы очень много, на самом деле это очень большой труд за этим кроется. Выставка – это, конечно, такая ярмарка, веселье, но на самом деле это огромный титанический труд, который ежедневную работу, которую мы проделываем. Согласен. Да, просто даже расставить все это дело, подключить – это безумно тяжело. А мы, конечно, простые люди, приходим, слушаем и снимаем все сливки, так сказать. У вас еще есть топ-бренды, это Метроном, Аудиоаналог, есть Калиста, скажем так, суп-топ-бренд от Метронома. Все, вы это привозите, продаете, на складе есть, то есть можно обращаться, никаких проблем с поставками сейчас нет. Да, у нас, как я сказал, около 14 брендов, и на текущий момент, к счастью, мы можем констатировать, что серьезных проблем нет. Товар поставляется, он есть на складе. Проблемы, в принципе, в бизнесе есть всегда. Но мы пока успешно их решаем, поэтому конечный покупатель их не должен замечать. Это одна из наших задач, что для покупателя это все должно быть легко. Музыка, кино, все прекрасно, все воздушно. Приобретайте, приходите в розничные салоны, изучайте информацию в интернете, слушайте в салонах и приобщайтесь к прекрасному искусству музыки и кино. А что скажете по поводу Davis Acoustic? Ведь этот бренд очень старый, серьезный, такая вот действительно звезда на хай-фай небосклоне. Как вы его получили? Потому что это тоже, мне кажется, тяжело. Да, Davis Acoustics на самом деле уникальный бренд в Абсолютно мире хай-фай. Согласен. Это очень старая компания в хорошем смысле. То есть она появилась в 1986 году. И до сих пор эта компания принадлежит той же самой семье Визанов, которая, собственно, ее основала. Это супер редкость. Это очень редко, к сожалению, в современном хай-файном мире. Компания не принадлежит крупным каким-то корпорациям. Это маленькая частная фирма. При этом они сами разработчики. У них есть собственное производство в Труа, в самом центре Франции. Это регион Шампань, который много вызывает откликов у русского человека. Вот, поэтому это очень интересная компания, которой на самом деле я сотрудничал с ней в далеких 2000-х годах. И сейчас, когда мы стали развивать компанию Технологика, мне очень захотелось снова возродить вот этот бренд на российском рынке. И теперь этот бренд у вас, опять же, эксклюзивно и
обращаемся, покупаем, правильно? Да, конечно. Все наши бренды, они на эксклюзивной основе, поэтому все наши партнеры, которые занимаются розничными продажами Hi-Fi, могут обращаться. У нас очень хорошие гибкие условия для всех партнеров, для разные, для, потому что есть инсталляторы, есть Hi-Fi салоны, есть сети. У нас для всех разработаны специальные партнерские программы. Обращайтесь, а конечные покупатели могут это купить практически в любом городе России благодаря нашим розничным партнерам. Вообще у вас, я смотрю, весь модельный ряд и даже стойки есть, Pilartec, можно вот потрогать? Очень хочется, я фанат вообще вибро-развязок, всяких стоек, и я считаю, жалко, что она пустая, к сожалению, но я так понимаю, что вы поставили... Потому что они использованы уже, да, они работают. Совершенно верно. Это не только для красоты. Получается, вы как дистрибьютор полностью можете обеспечить салон любой техникой, начиная от бюджетной и заканчивая хай-энд, и стерео, и источники, и акустика. Ну, так? Да, если мы не берем видеоряд, то есть наша компания пока, по крайней мере, принципиально не занимается проекторами и экранами. Да, это... вот. Но если мы берем аудиорешение, да, здесь мы можем предложить готовые решения на разный вкус, разный бюджет и даже на разный дизайн. Соответственно, мы можем укомплектовать и конечного потребителя, сделать ему и кинотеатр, и стереосистемы разного уровня, ну и в том числе и салон. Я был у вас в комнате прослушивания, и не побоюсь этого слова, действительно, одна из топовых комнат. Во-первых, она большая, во-вторых, она обработана по звуку. Все классно расставлено. Планируете что-то подобное делать для домашнего кинотеатра, чтобы люди пришли и ощутили вот этот вот крутой звук? Потому что выставка сейчас закончится, а где потом людям все это слушать? Ну, ко мне придут, потому что я, скорее всего, да не скорее всего, закажу UNK Sound себе в салон, как тестовую, но не всех мы же сможем принять. Конечно, мы обязательно сделаем. Сейчас у нас фактически в стадии строительных работ идет создание кинозала, где мы будем демонстрировать наши кинотеатральные решения. Но я хотел бы подчеркнуть, что то, что вот сейчас существующий наш демо-зал и будущие все, в том числе кинотеатральные, они в первую очередь предназначены, конечно, для наших дилеров и инсталляторов. А для конечных покупателей мы очень активно работаем со всеми Hi-Fi салонами и розничными магазинами по всей России, чтобы вы могли в своем родном городе, например, в Смоленске, прийти послушать наши стереорешения или кинотеатральные. Это очень классно. Не могу тоже пройти мимо. Можно возьму? Обратите внимание, какие детали. То есть, вроде как, компания занимается производством профессиональных динамиков, но посмотрите, как стильно и классно сделана табличка с наименованием бренда. Это металл, друзья. Все очень дорого, по-взрослому. Классическая трехполосная, кстати, акустика у нас получается. Басовый динамик, средняя частота и ленточный твиттер. Одна из концепций UNK Sound – это как раз предлагать топовые решения за комфортные… Маленькие деньги. Да. Да, бюджет. Ну, маленький не получается хорошо, ну, потому что вот вы верно подметили, что тут не только звук, но и дизайн, что человек покупает себе как бы и звук, и часть интерьера. Да, ну то есть нет ничего лишнего, то есть деньги не берутся ни за что лишнее. Вы платите ровно за то, что вы получаете качественный звук, качественный дизайн от очень серьезной компании. И надежность, я знаю, что у них очень серьезная. Конечно. Потому что я подготовился, безусловно, почитал еще до этого, посмотрел вообще, что у нас обстоит дело с выставкой. Ну вот, вот этот, конечно, бренд меня очень сильно привлек. Тем более, друзья, он еще, этот бренд делает усилители мощности, потому что выходцы из компании Крайлс американской, так? Да. Ну, состав компании UNK Sound, как раз костяк компании – это инженеры с очень большим опытом работы в хай-фай-индустрии. Это не случайные люди, которые вчера вдруг почувствовали зуд и решили что-то там напаять. Сделать, да? Понятно. Нет, конечно, это не так. Поэтому мы можем говорить о том, что у этой компании очень большое наследие, большой опыт. И, соответственно, это сразу чувствуется. Потому что сделать такой широкий ассортимент серийно за такие умеренные деньги, нужно иметь, конечно, серьезный опыт. Ну что ж, мне кажется, очень интересная информация. Спасибо большое, Дмитрий Львович. Спасибо вам. Будем слушать еще у вас, потому что 606-я комната. Ну, хотя, друзья, вы уже будете смотреть этот ролик и не сможете попасть на эту выставку. Но вы сможете найти продукцию компании «Технологика»
в салонах всей России, в том числе в салоне Родиона. Вот мы сейчас уже практически в эфире договорились о том, что сделаем представление техники в Смоленске. Поэтому заходите, смотрите, слушайте. Ну и смотрите обзоры Родиона. Он делает очень интересные обзоры. Спасибо. Спасибо. А вы слушайте, друзья, классную акустику, например, Дэвис. Либо делайте кинотеатры на серьезной профессиональной акустике. Типа UNK Sound. Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.